А теперь мой подарок мужу. Я долго думала, что тебе подарить. Я заказала тебе вот это. Это работа ювелира высокого класса. Это золото с бриллиантами. Даже не это важно. Это важно, что это сильный оберег. Это твой родовой знак, Турсян. Это то, что будет защищать тебя. Твоя руахи всегда с тобой. С днем рождения, я тебя люблю. И мне очень нравится моя задумка. Да, и мне нравится, как ее исполнил мой любимый ювелир Нурдос. Ну-ка. Это на лацкан. В Европе, кстати, очень модно. Все мужчины носят броши на лацканах своих пиджаков. К нам это, скорее всего, придет и очень скоро. Тебе нравится, Турсян? Да. Что ты думаешь? Я думаю, как это открывается. Сейчас тебе покажу. Алисана и Алмана, папаса. Папаса. Я тебя поздравляю с днем рождения. Спасибо. Детки заснули. Да. И мы с тобой сели пить чай. Да, сели пить чай. Спасибо большое за поздравление. Очень приятно. Вот я помню, какой у нас был, какое было 50-летие и какое 55-летие. Ты меня очень сильно удивила вот этим подарком. Это ювелирное украшение от твоего хорошего друга, который смог удивить нас своим произведением искусства в казахстанской работе. Спасибо большое. Это знак моего рода Кашижус Байола Тас. Да. Вот. Большое спасибо, что ты меня удивила. Шикарная работа, шикарная брошка, я буду ее носить. На лацкане. На лацкане, да. Да. Сейчас я делала майку. Ну. На лацкане. Спасибо. Кустемида, Саран. Кустемида. Спасибо тебе большое. Люблю тебя, девочка моя, красотка моя.